Ну, сейчас я покажу вам, как проверяется 819 транзистор. Он такой же, как вот 805, как бут 11. Да и MGM 1309 такой же по проводимости. Так, ну давайте также на прозвонку ставим на базу. База у него с этой стороны, с правой. На базу подаем плюс. Коллектор открытый, 520. Прибор отключается, как-то долго не воспользуешься. 520 524 525 524. Ну вот, теперь меняем щупы, минус подаем на базу, закрытый, и между коллектором и эмиттером не должно ничего быть. Ну вот, ради интереса давайте померим на 20 кило между коллектором и эмиттером. Есть что-то? Нет ничего, видите? Даже на 20, на 200 килом давайте посмотрим. Нету ничего. Еще поменяю. Между коллектором и эмиттером ничего не должно быть. Даже на 200 килом он ничего не улавливает. Все. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь.